Всем привет-привет, доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 1 января. Новый год, новый день, новые желания. В первую очередь хочу вас всех поблагодарить, мои дорогие и любимые друзья, подписчики, гости, родные и близкие. Спасибо, что были с нами все это время и продолжаете нас поддерживать. Спасибо за теплые комментарии, за добрые пожелания. Очень приятно было их читать. Я, конечно, честно признаюсь, все не прочла, но я наверстаю, обязательно все прочту и отвечу. У нас сейчас 6 часов утра, 40 минут. Как вы уже догадались, у меня сегодня дежурство. Работаем с 10 утра, как бы сильно рано не нужно ехать. Но надеюсь, что маршрутки ходить будут. Вот как-то выглянула в окно, темень, редкие машины проезжают, а вот маршруток не видела. Думаю, да, сейчас еще, наверное, попробую ехать на работу. Хоть и к 10 часам, но все равно. Буду надеяться. За вчерашний день и ночь у нас было 3 воздушные тревоги. Вчера у меня рабочий день завершился в 2 часа дня. Только вышла, пошла на остановку. Как бабахнуло. Ой, сердце в пяткой, честное слово. 2 раза. Первый бах такой сильный был, второй уже потише. В новогоднюю ночь тоже была воздушная тревога. Ее включили в 9 часов 37 минут, и отбой был уже в 22 минуты второго. И последняя воздушная тревога была уже под утро, в 4 часа 20 минут, и в 4 часа 54 минуты ее отменили. Сейчас у нас все тихо, спокойно, свет, газ, вода, связь есть, отопление потихонечку работает. Все нормально. Вчера и позавчера у нас не отключали свет и обещают, что и на сегодня тоже не будет отключения. Ну, если, конечно, не будет какой-то аварийной поломки. Мы, конечно, очень рады, что в празднике сидим не в темноте, хотя тоже, знаете, подготовили и лампочки позаряжали, и свечки подготовили. Думаю, ну, если что, Новый год будет при свечах. Ну, слава богу, свет был, все нормально. Встретили Новый год со своими родственниками по видеосвязи. Поздравили друг друга. Посмотрела прогноз погоды. У нас 0 градусов, по ощущениям минус 4. Как бы думаю, что там подхолодало. Хорошо. Ну, а в квартире с тем, что мы готовили, плюс 19 градусов. Сегодня у меня не кофе, Байкал. Присоединяйтесь ко мне. Честно, вчера такой праздничный стол, налопались, вообще ничего не хочется. Нет, хочется, но только спать. Я говорю, надо как-то сегодня отработать и прийти домой выспаться. Друзья, очень хочется вас крепенько всех обнять и поблагодарить за то, что вы у нас есть. За то, что вы с нами, поддерживаете нас. Такие приятные, добрые комментарии с поздравлениями вы нам написали. Читаешь, просто душа радуется. И ты понимаешь, что мы не одни в этом мире, нас много. Я вчера не успела ответить на все комментарии, прочесть. Сами ж понимаете, такой день, готовка, подготовка. Но обязательно прочту и отвечу на ваши комментарии. Если даже не успею ответить, хотя бы сердечки поставлю, но я обязательно все прочитаю. Еще раз всем огромное-преогромное спасибо. Мы вместе с вами обязательно перевернем страничку. Светлое, мирное будущее завтра.
Ну а сейчас, друзья, я буду собираться идти гулять с Шекелем на улицу и потом ехать на работу. А вам предлагаю посмотреть, как мы с Артуром встретили Новый год, какой у нас был праздничный стол. И, конечно же, новогоднее приветствие от нашего Шекеля. Всем приятного просмотра! И что же это за поцелухи такие? Поцелухи? Иди сюда. Сидеть. Скажи, ребятки, всем привет. Поздоровайся. Молодец. У нас праздничные вкусняшки. Болгарский перчик. Какой он вкусный. Купили в АТБ. Сладкий-сладкий, да, Шекель? Шекель, всем пять. Молодец. Пять, ребята, пять вам. И руки целую. И пять даю. Да я за перчик. Я вам еще, скажи, песни спою. Да? Песни споем? И станцуем. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-душечки, та-та. Атари, тари, та, та, и дри, дари, дари, та, та, и тра, та, 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 ри, та, 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 ра, та, та. Ой, как вкусно. Нет, нет, нет. Нет. Можно. Ох уж этот взгляд, любимый. Да? Лежать. Молодец. Ой, какой же вкусный перчик. Мамуцю. С Новым годом, друзья! С новым счастьем, мира, добра, здоровья! Люблю вас! Ставьте нам лайки! Да, можно 3 и 4 лайка. Я желаю. Молодец. Что скажи? Целуем носики? Подожди. Чем делай? Чем? Ой. Чем? Ой, скажи, проглотил перец. Да? Скажи, проглотил перец. А мы тут на стол будем накрывать. Накрыли одни тарелки. Пока так. И елочка красавица. Картошечка у нас там варится. Пойдемте сейчас заглянем в кастрюльки. Хотите? Здесь вот подготавливаю салатик. Все нарезала. Это овощной салатик. Как мы его называем, забыла? Весенний. Нет. Цезарь? Нет. С оливками. Как же он называется? О, тревогу включили. Вот такой наш любимый салатик с оливками. Да, греческий. Забыла, как называется, сейчас вспоминали. Вот, все нарезала, еще сбрызну лимончиком и добавлю масла растительного. Только начала вам показывать. Включили воздушную тревогу. Так, у нас тут варится картошечка, пюрешечка будет. Здесь у нас ребрышки в томатной подливе. Дальше. Котлетки. Ну и еще порежем. Будут у нас бутерброды. И есть еще салатики у нас в холодильнике. Чуть позже накроем на стол и все покажем. А мы с Артуром смотрим вот такой мультик. Кому нравится. Мы его обожаем. Точно не скажешь.
Но давненько когда-то, еще в староглиняные времена, в одной пластилиновой местности. Ну вот, хотел вам про щуку рассказать. Мы будем продолжать смотреть мультик. Присоединяйтесь к нам. Жил-то был орел-мужчина. Ничего не понимаю. Ну вот, друзья, до Нового года остались считанные минуты. Стол накрыт. Хочу вам показать, что мы наготовили. Ну, фрукты, само собой. Котлетки, мясной салат Артурчик приготовил, пока месье была на работе. Селедочка под шубой, салат греческий, сладюньки. Вот такие сладюньки тут ждут, да? Пока что-то со стола упадет. Картошечка, пюрешечка. Вот такие ребрышки свиные с подливкой томатной. Нарезочка, сыр, колбаски, мяско. Компот. Яблоко, вишня. Вместо холодца у нас вот такой куриный зельц. Покупали в Петрикиевке. Неплохой такой, вкусненький. Хлебушек. Шекелюшка, ты чего? Вот такие бутерброды с красной и черной икрой. Икра, правда, настоящая лососевая. А вот черная икра, это желатиновая. Ну и, конечно, у нас идет год кролика. Как же без капусты с морковочкой? Вот квашеная капуста собственного производства по рецепту Михаила Месилова. И вот самый такой нежный салат айсберг, который приготовленный с селедочкой и грибы вешенка. А это уже Артура блюдо. Любимое, фаршированные крабовые палочки. Не наглей. Паштетом. Новый год мы встречаем вот таким шампанским, с пепси, с компотом, в веселой компании Шикелюхи. Шикелюх, ты шампанское хочешь? Эй! Козы, какой стол, сказы, у нас, да? Как говорят, как Новый год встретишь, так и будет целый год. Пусть у всех Новый год будет мирным, изобильным. Пусть много будет счастья, здоровья, смеха, улыбок и всего-всего, что вы сами себе желаете. И, конечно же, пожелания от Артурчика. Самое главное – здоровье, друзья. Будет здоровье, будет все остальное. Мир будет по-любому. Когда, это уже другой вопрос. Здоровье нужно беречь всегда. Насчет всего остального я уже сказал, что главное, чтобы было здоровье, будет семья, будет благополучие, будет все хорошо. Всех с Новым годом. Счастья, здоровья, удачи. А я думала, ты скажешь: обнял, поднял, повернул, опустил. Нет, куда-то. Обнял, поднял, поцеловал, поставил. А, опустил. Да, и кстати, вот насчет Нового года. Вы знаете, почему евреи празднуют Новый год в сентябре? Потому что елки дешевле. Так давайте, чтобы елки у нас всегда были недорогие и доступные. Всех с Новым годом! С Новым годом, с Новым годом, тра-та-ти-та-ти-та-та-та.